Очень много говорят о формате Минском, Нормандском, Будапештском. А я, честно говоря, за киевский формат. Уверен, убежден на 100%, что наше геополитическое банкротство началось с подписания Будапештского меморандума. Продолжилось подписанием Минского документа. И сейчас пулом документов, которые будет принято, уже принято там ПАРЕ и далее будет приниматься. Идет Третья мировая война. Какие вообще документы? 3-4 человека в мире решают судьбу этого земного шарика. И если здесь в стране, в рамках киевского формата, не будут проведены новые выборы, сформировано новое правительство, избран новый парламент, сформирован новый курс и не проведены динамичные, уникальные по своей сути динамики реформы, мы проиграем все без исключения форматы. И страна закончится как таковая. Другого варианта у нас нет. Поэтому, еще раз хочу сказать, у нас нет другого пути, нежели решение этой ситуации через новый украинский проект мира в Украине.